получали свое удовольствие, несмотря на тяжелые погодные условия. Мы в основном ездим по стране, очень много по разным городам, поэтому в Москве бываем очень редко. Вот, а тут приехали, получается, что у нас как большая тусовка, и Савентин очень классная команда, очень знаменитая, весь мир. И встретил очень много друзей, очень много музыкантов, всегда приятно пообщаться, просто выйти на толпу, оторваться, просто получить удовольствие.